Доброе утро. Завтрак для Скарлетт она заказала, чтобы взбила сливки ей. И маленькая на вафле. Всем приятного аппетита. Так, мы наконец-то выбрались из дома. У нас, наверное, сейчас только уже два, да? Ёлки-палки. Анжелика уже на работе. 2:05. Окей. Так что едем в зоопарк. Я хотела, чтобы Дяшек поспал. Он поспал. У меня сейчас продуктов дома нету, так что мы в Макдональдс перед выездом купили поесть и едем смотреть на животных. Тринити уже заказала, каких животных она хочет увидеть. Так что идем выполнять заказ. И вы с нами. У нас 83 градуса. Отлично. Правда, до сих пор еще душно. Но лучше, чем вчера. Что, машин вообще больше, чем... Put here in strawberry. Больше, чем я ожидала. Не так много, но... Все равно, я думаю, хороший день. Не жаркий, это самое главное. И где-то там даже облака. В общем... Я думаю, скоро будет освобождаться зоопарк, и не будет столько много людей. Хотя сегодня не так их много и так. А, это что-то новенькое сделанный пингвин. О, look, there's a shoe. Where? Right there, on his wing. A sole of a shoe. Сделанное из recycled. Это сделано из всего мусора, который найден был в океане. Вот. Сделана статуя из этого всего. Видите? Вау. Он достаточно так, да, впечатляет. She got the whole world in her hands. Достаточно все-таки пустой, как мне нравится. Тучки. Вишура. Потерянное королевство, царство. Здесь должны быть хищники, по идее. В прошлый раз было слишком жарко, и все прятались. О, там какие-то обезьяны. I'm coming. Ух ты, какое животное. Это комодо дракон. Вау. Какой он толстый. Вау. Мы в этом здании не были еще. Ух ты, как красиво. Они сделали это одно из новых зданий. Тут, я так понимаю, обезьяны должны быть. Где они? Неизвестно. Все, наверное, вышли гулять. They're all outside. There's like a deer over there in that corner. Беседу проводят. Over there. Look, he's like, is it like talking to someone? It's cute. Do you see that? Oh, there's a deer? I know. It's cute. Cool. В общем, продолжаем дальше. Разные тут, смотрите, как я. Круто. Ой, водопадик. Красиво сделано. Ага, вот он, красавец. Ух ты, так классно сделано, как будто какие-то руины. Это морда тигра. Прикольно. Так, что тут еще у нас? Ой, а это что за комната? Может, это когда тигр заходит, он сюда заходит, не знаю. На данный момент пусто здесь. А вот еще один такой комодо-дракон. Это их внутренняя комната. Не только наружная. Ну, красиво сделали, конечно. Да, мне это здание понравилось.
Вообще очень все красиво тут устроено. Цветочки. Вот такой, посмотрите, какой зонтик. Обалдеть, сделан из под дерево. Я думаю, это все равно с цемента сделано, но как большое дерево зонтик. Я хочу себе такой, это самое себе. Красиво, в общем, тут такое пикниковое место. Там можно купить себе покушать. Также туалетная есть. Так, мы все еще ищем. Мы ищем снежного леопарда. Хоть и не жарко сегодня, но животные не кооперируют. Еще один зонтик. Мостик такой. Вообще круто они все сделали. Такой городок. А вот он, красавец. I found it. They found snow leopard. Они отдыхают. Как настоящие котики. Right there, look. Ooh, he's like so bored. Look how big their paws and tails are. Ага, опять приперлись, она меня смотрит. Балдеет. Что такое? Куда ты? Я захотела такую монетку. Из одного цента вон делается вот такая штучка. Я всю сумку перерыла, чтобы найти 50 центов. Ну, чтобы были две монетки по 25 центов. У меня было достаточно. У меня была одна монетка за 50 центов. Ой, то есть 25. А вторая только вот такими другими монетами. В общем, к счастью, мы нашли людей, которые нам разменяли. Мы идем посмотреть на огромных черепах. Тортус. Вау! Вау! О, май гаднес! Прям тортила, на которой можно кататься. Вот таким малышам, как это. Look how huge that is. Wow, it's definitely like a... Joshua can ride that. Imagine you drop your camera down there. Ух ты! Черепаха какая! What? О, еще одна! Ух ты. Вау. Это прям мне напоминает бесконечную историю. Хм. Круто. Какое-то животное. А, это собаки. Африканские собаки. А, окей. Видите, тут еще животных найти надо. Видите, как они круто прячутся. Такой вот сафари небольшой. Где-то там носорог должен прятаться. Не знаю где. Ух ты, какая штуковина, класс. Вау, какой крутяк. Он такой обалденный. Вот в Африку, если бы я поехала, только ради этого. Where are they? Oh my gosh, they're far away. Что-то они вообще далеко. Вот их попянки. Это одна попа. А где вторая? Let's head that way. Какие красавцы. Какие красавцы. Do you see it? Trini? Isn't it beautiful? There's a baby over there. Yeah, it is pretty, huh? Yeah, sure. Ой, как мне нравится, как они ходят. Они, конечно, обалденные. Вау. О май гаш! Диско! Look how big it is, Trinity! Joshua's excited! Joshua, yeah, did you see that? Wow! Did you see Jackie? Did you see Jackie? Did you see Jackie? Oh, okay. Oh, oh. See, he put your hand up. Look, he's putting him. He's, oh my gosh, I'm sorry. He got scared. I don't know. Gosh,
They are huge. Way, way, so они, главное, язык всовывают в этот шарик. У них, наверное, там какая-то закусон какой-то. И, у нас, и тут бебик у них родился в прошлом году, 22 июля. Вот, мы, вот это бебечка. Oh, yeah. Who's pooping? A giraffe is pooping? That giraffe is pooping. Ну, а что ж вы хотели? Тоже им какать тоже надо. Дети возбужденные увидели жирафа какающего. Конечно, когда они так близко, вообще круто, что такие они огромные. Даже не подозреваешь, какие они классные. Реплика у такого вагона, в котором перевозили носорога. И сказали, что они еще не, за несколько недель до перевозки давали ему туда заходить, чтобы он привыкал, чтобы у него не было стресса перед перевозкой. Видите, американцы тут, конечно, задумываются обо всем. О стрессе животных. Прикольно, можно к такому столбу подойти и освежиться. Я не понимаю, почему Габриэл в свитере, я таком, в толстовке, ну, да. Окей. Мишка отдыхает, косолапый. Какие красавцы. It's a beautiful. Тринка хотела, чтобы я показала фламинго. Она свою игрушку с собой привезла, правда, мы на машине оставили. Я сказала, что там есть фламинго. It's an African flamingo. Видите, мы почти каждый год приезжаем, мы не все рассматриваем. Они в прошлый раз на них не смотрели, по-моему. Это еще одна статуя из мусора океанского сделанная. Смотрите, как прикольно. Такая бедная черепаха морская. Вау. Смотрите, все видно. Вот он и чашки, и всякий металл, и телефон, и что хочешь. Обалдеть. Right и здесь можно, как игра, найти right там there. Гольфовый мячик или еще, и вот вы Flip-flop. Ищете. Вот это из бутылок медуза сделано. That's what I figured it was. It's art to save the sea. I know, yeah. So it's like all the plastic crap. Конечно, печальненько. Ну круто. Вообще, вообще, да, хорошая идея. И еще одна статуя с мусора. Вообще так классно сделали, вообще гениально. I mean, it's actually pretty cool. Toothbrushes. Видите, из-под бутылки. Yeah, а вот вам лопатка для... Вы поняли, для песка. Габриэла говорит, мама, пошли отсюда. Не нравится ему это. Змеи здесь. Мы зашли в здание. Здесь охлаждаемся. Короче, мой сын не любит змеюк всяких. Трини, видите, тюкан, и она хочет найти, но это аракари, это не тюканы, но мы ей это не скажем. А то она их ищет, ищет, показывает свою кофту и хвастается. Джашик, по-моему, поет Baby Shark. Ай, пропустила. Ай, он махал, ему есть лёгкий. Еще одна статуя. Видите, этого не было в прошлом году. Это что-то новенькое они добавили. Девчонки пришли пингвинов настоящих смотреть.
нравится наш зоопарк, что много листвы здесь, много разных таких уютных павильонов, чтобы перекусить. Они там переделывают площадку игральную. Это единственное, что тут осталось. А, окей. Well, something. Маша, ты мой. Ой, сладенький. Ой, привет, говорит всем. Ой, молодец. Ева, покажи им, покажи, зайчик. Trinity, what are you? What did you say you were? What are you? Poop of the world. До этого была королева мира, теперь она какашка мира. Ну, это же потому, что мама спросила. Надо ж повредничать. Джасик, ты чё тут это, разбросался? Со мной идет дедушка с бабушкой со своими внуками. Мне когда-то кто-то спрашивал насчет бабушек американских. Они тоже есть такие, которые проводят время с внуками. Для них это очень важно, которые ходят на все спортивные их мероприятия, не пропускают. Ну, разные всякие бывают, конечно. Может, они вкусняшки не приносят, как наша бабушка, но делают что-то другое, более американизированное. Мы зашли опять все-таки в Rainforest, дождливый лес. Потому что Тринка хотела увидеть попугаев. Окей, go! Go! Слышим птичек, но не видим. Хотим такого, вот такого найти, или такого. Птичку нашли, просто ходит тут. Oh, you want to see a bird? Не увидели мы других. Да, поговори с ним, поговори. Запах родины, запах, как у бабушки в гостях в селе. Джазичек хочет увидеть. Пойдем сейчас, пойдем. Сладкую мы ждем поезда, билетики купила на поезд. Потому что скоро уже закрывают зоопарк. Приехали домой, быстро одежду одели, и мы уже около стадиона. Сейчас я с тремя детьми, а потом придут еще все остальные. Девочки тут тренируются, сын там с друзьями. Выпустила узника, а у нас гимн поет.
Gabriel. Take a good look. This is the future. Hold on, flip off. Scarlett White. Kayla Wilson. Almost got it. Thank you.
какая луна. В общем, одна из девочек, и каждый раз игра или тренировка получает вот эту палку. Это означает, что они хорошо сегодня себя вели, хорошо участвовали. В общем, сегодня Скарли получила. В общем, мы уже почти дома, друзья. Я буду закрывать влог. Я написала сегодня столько много. Буду пытаться обрезать сколько смогу. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и ба-бай.